краткое содержание предыдущих серий. Они отгоняли Таке. Им было хорошо. И тут они решили разбудить и показать себя всему миру в полпервого ночи. Но это нормально. В России все так делают. Вот крутые перцы Дмитрия Никулича со товарищами. Эдик Радаев. Девушка. Не помню, как уже зовут. Извините. И молодой человек в синем. Не, ну классные перцы. Куда поехать? Что поделать? Люди делают кайты и сами на них катаются. Это нормально для России. На заднем плане народ что-то там руками размахивает. В общем, красота. В это время мы с Диманом общаемся по телефону. Задержка 30 секунд между картинкой и телефонным разговором. Вот. Я пытаюсь ими как-то руководить. Сами понимаете, это трудно и практически не удается. Ну все, заснял я вас. Пока.